Лес пилят, щепки летят. В Таре рубят деревья в Комсомольском парке. Жители этого северного города обеспокоены сносом зеленых насаждений. Никаких общественных слушаний не проводилось, уверяют тарчане. На месте вполне здоровых деревьев сегодня вот в такие пни. Напомню, Комсомольский парк был реконструирован по программе благоустройства общественных территорий. Однако зачем вновь стали пилить деревья, никто не знает. При виде нашей съемочной группы рабочие быстро убежали. Скажите, а что здесь происходит? Выпил деревьев, да? Скажите, пожалуйста, ребят, а сколько вам нужно деревьев спилить? Скажите, пожалуйста, вы что делаете здесь? Скажите, пожалуйста. Мед кустарники выпиливаете. Кустарники выпиливаете? А вот там большие стволы от деревьев. Обращайтесь в администрацию. То есть вы это, вот администрация дойдет, правильно понимаю? А много щепилить вам? Знаем, ничего нам скажут. Местные жители возмущаются. Вокруг много мусора и молодой поросли. Но интерес рабочих вызывают только вполне здоровые деревья. На некоторых из них обнаружены метки, видимо, приготовлены к последующему спилу. Парк медленно превращается в пустыню. Здесь жалко во многих местах, не только здесь. Вырубают не только в центре города, но и в лесу тоже. Ну, может, пилить не надо, но порядок надо наводить. Здесь... Все заросло. Вот с этой стороны особенно, да? Да, и с этой, и с той. Я здесь выросла. Здесь у нас был детский сад, я вот ходила через него, я живу вот рядом здесь. Вот, поэтому этот парк знаю хорошо. Очень много хороших деревьев, тут так красиво поют птицы. Вот, и в данный момент начинается выпилка вот этого всего. С какой целью, я не знаю. Ну вот сделали нам здесь, был асфальт, вместо асфальта положили плитку, вот, и в итоге что, как только это сделали, началась распиловка вот этого леса.